Ребята, всем привет! С вами Крошка Настя. Сегодня я вам расскажу, как создать Game Pass в Roblox. С помощью Game Pass вы можете получать робуксы, не вводя никакие данные от своих аккаунтов. Это абсолютно безопасно. Давно мечтала о робуксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. Робуксы на этом сайте вы можете купить по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов стоят 198 рублей. Robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. А еще на Robuy вы сможете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас проходит масштабный конкурс на 50 тысяч робуксов. Блесни своими творческими способностями и получи возможность выиграть много робуксов. Ссылка на сам конкурс в описании. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робуксов после оплаты. И круглосуточная работа сайта. Все это на robuy.gg. Ссылка на сайт в описании. Ну что ж, давайте я вам покажу пример, как выглядит Game Pass. Вот так вот они выглядят. Например, если вы купите у игрока Game Pass за 5 робуксов, то через 5 или 6 дней ему придет 3 робукса. Не полная сумма, конечно, это небольшой минус Game Pass, но самое главное то, что это безопасно, и вас никто не сможет обмануть. Ну что ж, для того, чтобы создать эту штучку, мы заходим на официальный сайт Roblox, пишем в гугле roblox.com, и вам нужно будет зайти на свой аккаунт. Можете не переживать, ваши данные никто не украдет, это официальный сайт Roblox. То же самое, что и в игре, просто сайт. Далее нажимаем на раздел Create и заходим сюда. Здесь может показаться то, что все сложно, здесь много разных кнопок, но на самом деле Game Pass создается очень быстро и не отнимет у вас больше 2 минут. И это очень классно. Ну что ж, заходим на свою карту, теперь листаем немножечко вниз. И находим здесь раздел Passes. Заходим на него, и как вы видите, у меня здесь есть множество всяких геймпассов. Как же, собственно, создать такой геймпасс? Здесь у нас есть вот такая голубая кнопочка Create Pass. Нажимаем на нее, здесь нам нужно ввести информацию о нашем пассе. Например, добавить фотографию, если вам не нравится вот это вот предложенное, вы можете выбрать абсолютно любую из своей галереи. И тут автоматически добавилось вот такое вот длинное название. Но мне оно не нравится, я хочу его изменить. Вы можете сделать точно так же. Теперь нажимаем на голубую кнопочку «Создать», и все, у нас создается Game Pass. Пока что он у нас недоступен на продажу, его обязательно нужно выставить на продажу, иначе зачем он вообще вам нужен? Нажимаем на Game Pass, и вот тут вот у нас есть раздел Sales. Теперь выставляем его на продажу, нажимаем вот эту вот кнопочку, и ставим абсолютно любую цену. Например, я поставлю 100 робуксов, и как вы видите, мне из-за комиссии 30% придет только 70. Но в любом случае, самое главное то, что это безопасно. Все, я выставила свой Game Pass на продажу, теперь посмотрим, вот он тут появился, картиночка еще не прогрузилась, но ничего страшного. Таких пассов вы можете создавать сколько душе угодно и ставить абсолютно любые цены. Давайте еще сделаю небольшую проверку. Вот я, например, зашла в Please Donate и смотрим. У меня тут есть 3 геймпасса по 100 робуксов. Вот эти вот 2 это старые, а вот и новенький. Картинка уже обновилась и все. Теперь он доступен для всех, каждый его сможет купить. Ну что ж, если это видео было вам полезным, обязательно поставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Если вам нужен еще какой-то туториал, обязательно напишите об этом в комментариях. Я прислушаюсь и сниму такое видео. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.